Всем привет! Поддержите, пожалуйста, это видео лайком. Подходят новогодние праздники. Хочу показать два сорта, которые отлично хранятся до Нового года и не только в обычных условиях, без потери качества. Это такой сорт, как Руби Кранч и Анжелена. Чтобы не было лишних вопросов, какое сегодня число? Сегодня вторник, 24 декабря 2019 года. Вот, потому что многие звонят, пишут, говорят, что они так долго храниться не могут, что это развод. Ну, я решил вот показать, что действительно хранятся. Единственное, не могу показать, что они хранятся конкретно в подвале, не в холодильнике. Но я думаю, что вы поверите на слово. То есть давайте посмотрим вот такой сорт, как Руби Кранч. Честно говоря, я когда покупал этот сорт, не ожидал, что он будет храниться до такого времени. Я думал, его сроки примерно как у Байрон Голда, примерно середина октября потребления. Но оказалось, что он очень хорош в лёжке. Вот такие вот подяки красивые, блестящие. То есть сейчас вот разрежем, попробуем его. Я ранее снимал видео за этот сорт. В конце видео я дам ссылку. Кто не видел видео про Руби Кранч и про видео про сорт Анжелена. Давайте разрежем, посмотрим. Мякоть. Слышно хрустящая. Вот такого вот цвета. И давайте разрежем сорт Анжелена. Тоже отличный, уже не один год он у меня плодоносит, это получается третье плодоношение до сорта. Отлично лежит, последние плоды кушали к Рождеству, на 7 января в том году. Вот тоже разрежу, сейчас покажу. У Анжелены мякоть не получается не твердая, не хрустящая. У Руби Кранча хрустящая. Давайте продегустируем Руби Кранч. Это кисло-сладкий сорт. Сейчас посмотрим. Мякоть видно плотная. Довольно-таки плотная. Сока в нем немного, в меру. Вот именно когда давишь, сок не течет. Давайте попробуем сейчас на вкус. Вот какой она 24 декабря. Хрустящий. Кислота, кстати, ушла, а он кисло-сладкий сорт, все, но кислоты было на момент дегустации на видео, он был кислей. Сейчас он такой кисло-сладкий, более сбалансировался вкус. Не кислятина, вот в данный момент не кислятина. Хрустит так интересно, как яблоко. Так, и сорт давайте попробуем Анжелена. Он более сочный. Этот сорт сочнее, чем Руби Кранч. Сейчас попробуем на вкус. Вот такая вот у него стала мякоть к этому времени. При срыве у данного сорта мякоть желтого цвета. Мякоть не хрустящая, шкурка только подхрустывает чуть-чуть. Сорт сладкий. Кислоты нету, даже шкурка без кислинки, можно сказать и так. Сорт отличный, классные сливы на Новый год. Вот положить на стол, удивить гостей, просто класс. Вот такие вот два сорта, которые отлично хранятся, без потери качества. То есть я всем советую. И Руби Кранч, кто любит более с кислинкой сливы, и Анжелена, кто любит более сладкие. Вот такие два сорта на эту пору. Кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание. Всем пока.